Здравствуйте! В эфире наши новости. В студии Юлия Диасамидзе. В начале выпуска официальная информация. Летняя оздоровительная кампания 2013 в Югре прошла успешно. К такому выводу пришли члены окружного правительства, подводя итоги на одном из последних совещаний. По информации заместителя директора Департамента социального развития Елены Немчиновой, на организацию отдыха и оздоровления в период январь-август израсходовано более 1 миллиарда рублей. Летом текущего года в округе работало почти 500 учреждений отдыха и оздоровления, в которых побывало свыше 42 тысяч детей. Впервые в этом году организовано санаторное лечение двух детских групп по 19 человек, состоящих на диспансерном учете с сахарным диабетом. В климатически благоприятных регионах России отдохнуло чуть более 21 тысячи детей и подростков. Возвращаясь к теме праздника «День учителя». В районном досуговом центре прошел праздничный концерт, посвященный этому профессиональному празднику. После поздравления официальных лиц с Днем Учителя и вручения благодарственных писем и грамот лучшим педагогам, с концертной программой перед собравшимися выступили творческие коллективы районного досугового центра, Березовской школы искусств, а также средней и коррекционной школ. Самодеятельные и профессиональные артисты продемонстрировали свое мастерство зрителям в таких жанрах, как танцы, сольные и хоровое пение. В заключение концерта председатель комитета образования Наталья Прожога еще раз поздравила учителей района. В этот день мне хочется пожелать педагогам в первую очередь здоровья. Быть учителем – это особое призвание, это особый талант. Бывших учителей не бывает. Общество доверило нам с вами самое дорогое – своих детей, свое подрастающее поколение. Государство возложило на нас обязанности по воспитанию нашего поколения, молодого. Наша с вами задача – воспитать их достойными гражданами России. Я от всей души еще раз хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Дорогие учителя, благодарных вам учеников, благодарных родителей, и чтобы все в вашей профессиональной деятельности складывалось только на высший балл. С праздником! В коррекционной школе-интернате с участием преподавателей и воспитанников этого учебного учреждения также прошел концерт, посвященный Дню Учителя. Кроме представителей районной администрации, на торжественное мероприятие были приглашены и бывшие работники этой школы. В День Учителя слушайте сердцем в эти звуки, что дороги вам. Все, что связано с юностью, с детством, всем обязаны учителям. Для коллектива коррекционной школы-интерната стало хорошей традицией к большинству праздников готовить совместно с преподавателями и учениками концертную программу. Очередной День Учителя не стал исключением. Один из воспитанников школы, Женя Удовикин, постоянный участник подобных концертов. Какие твои любимые песни? Мои любимые песни «Кот Леопольд», «Кот в сапогах», я умею песню тоже учить. В этот раз специально к празднику разучил песню про школу в молодежном стиле рэп. А вы скажите мне, друзья, для вас что значит школа? Сережа, вот, к примеру, не учится совсем, зато он в школе первый, задирает спортсмен. А Валя по приметам по всем имеет 5, зато из-за оценок ей некогда гулять. Как правило, редко какой праздник не обходится без гостей. Поздравить коллектив коррекционной школы пришли представители районной администрации и бывшие работники школы. Альбина Романовна Белая трудилась здесь четверть века, с самого основания интерната. Вначале преподавателем русского языка и литературы, а потом была социальным педагогом. Сейчас, когда вот я встречаю детей, они уже взрослые, женатые, с удовольствием разговариваем, рассказывают о своих невзгодах, о своих радостях рассказывают дети, и всегда желают здоровья и даже поцелуют.
значит, всегда они мне желают здоровья и всего хорошего в жизни. Спасибо вам, наши любимые, уважаемые наставники. Спасибо вам, гости, что вы все пришли нас сюда поздравить. И это на самом деле очень большой для нас праздник. У нас тут, как сказать, возрастной ценз каков? С 3 лет в этом доме, в котором уютно всем, проживают дети до 23 лет с прошлого года. В адрес как ветеранов, так и сегодняшних преподавателей прозвучали слова благодарности и признательности от председателя районного совета ветеранов Ольги Нагимуллиной, председателя комитета образования Натальи Прожоги. Сплоченность коллектива зависит от руководителя. Ирина Юрьевна замечательный человек, и мы с ней сотрудничаем, обмениваемся мнениями по каким-то вопросам, и это такой человек отзывчивый. По любому вопросу мы можем с ней проконсультироваться, решить, и она всегда пойдет навстречу. Педагогам мне в этот день хочется пожелать, конечно, удачи, счастья, творчества, потому что без творчества педагог не может существовать. Педагог – это почетная и во все времена уважаемая профессия. Говорят, что в учителя идут по призванию. И это в очередной раз доказали те награды, грамоты и благодарственные письма, переданные в этот день преподавателям. Учителя! Сергей Чупыра, Александр Елисеев. Авторское телевидение «Березово». В начале октября отмечается еще один профессиональный праздник – День работников уголовного розыска. Александр Чагин более 20 лет в органах внутренних дел, большая часть из которых отдана службе в уголовном розыске. Он один из тех ветеранов ОМВД, кто и по сей день является примером для подражания действующим сотрудникам полиции. Накануне празднования Дня работников уголовного розыска в гостях у Александра Федоровича побывала и наша съемочная группа. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. Заместитель начальника полиции по оперативной работе, старший специалист направления по связям со средствами массовой информации, представитель группы кадров ОМВД России по Березовскому району на время прервали свой напряженный рабочий день. Повод самый уважительный. Не так часто представляется честь лично поздравить человека, за плечами которого несколько десятков лет безупречной службы, тогда еще в милиции. Явился специально для того, чтобы поблагодарить вас за многолетний оперативный труд в оперативных подразделениях МВД. Дай Бог вам здоровья, удачи, оперское именно, семейного счастья, благополучия. Казалось бы, оперская удача сопутствовала ему всегда. За плечами сотни раскрытых уголовных дел, при его непосредственном вкладе командированные в места не столь отдаленные люди, преступившие закон. 24 года, если я по 10 дел раскрывал, по 10 даже, но я больше. Так, ну где-то 300 дел я раскрыл. И сами закончил их, кстати. Вот когда в порту работал, я заканчивал до 201-й. То есть следователь прилетал из Тюмени, первым рейсом, последним улетал. Обвинение предъявит, и все, там все уже закончено. По что они уважали, в смысле, что хорошо ехать в Березово. Приехал в обед, вечером уехал, дело закончено. Александр Чагин – человек, известный в компетентных структурах далеко за пределами района. Его фамилия значится в книге почета у МВД Югры. Говорит, что в молодости и не думал, что свяжет свою жизнь с правоохранительными органами. Сначала служба в рядах вооруженных сил, потом работа школьного учителя. Затем уже предложение трудоустройства в милицию. Обещали интеллигентную, непыльную профессию. На практике оказалось иначе. Работа хоть и сложная, но вместе с тем интересная. Здесь не считались личной жизнью, выходными, неудобствами в тех же самых выездах на место происшествия. Я помню, вот выезжали на убийство в Сочи. Целую неделю в порту сидели. Приехали, там уже забыли, его похоронили, как говорится, обмыли. Вот и потом раскрываю его там через неделю. А тут так, да, зимой на лошади, вот до Ванзитура, до ТЕК, 6 часов едешь. Вот. Хорошо это, когда, ну еще более-менее, а если 40, тогда же зимы-то были, сейчас намного мягче зимы-то.
Зимы хоть и мягче, но закон жестче. По мнению Александра Федоровича, раньше, если кто и решит покуситься на народное добро, то не раз подумает, а стоит ли так рисковать свободой, а порою и жизнью. Тогда и начальников садили. Кого на 10, кого на 15. Тогда был жестче немножко закон. А вот закон-то был 93 прим, статья была. Сейчас ее в помине нет, ведь правильно? Конечно. Вот. Там как? Свыше 10 тысяч, если 10 тысяч один рубль. От 8 до 15, коли или расстрел, статья-то была. С конфискацией, конечно, сейчас, видишь, миллиардами воруют. Сегодня сотрудникам полиции служить гораздо труднее, говорит ветеран. И это несмотря на то, что в его время приданный состав был в 3 раза меньше, чем сейчас. Преступления стали изощреннее, да и злоумышленник не так прост, как раньше. Гастролеры ехали с Тюмени, на лодке они перебирались, в каждой деревне кражу. И до Салехарда все так это ехали. И в нашей это Пугарах магазин очистили. Вот мы там месяц целый это булькались, пока не раскрыли эту кражу. И нашли их там в Салехарде, арестовали, значит, все спокойно. Вот таким образом работали. Сегодня Александр Федорович на заслуженном отдыхе полностью посвящает свою жизнь семье. Но всегда находит время поделиться опытом, в том числе и за чашкой чая, с ныне действующим составом органов внутренних дел. Продолжая тему правоохранительных органов. Противодействие терроризму. Особый контроль надзорного ведомства. В результате проведенной прокуратурой Березовского района проверки установлены ряд фактов нарушения ответственными лицами требований законодательства. Это связано как с недоработками в области размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд, так и деятельности антитеррористической комиссии. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. Березовский район, хоть и является территорией, где о терроризме знают разве что из криминальных сводок центральных печатных и электронных СМИ, тем не менее девиз «предупрежден значит вооружен» здесь не просто словосочетание. Профилактика вероятных террористических актов в числе основных столпов безопасности народа населения муниципального образования. Понимают это и в прокуратуре, потому данный вопрос на постоянном контроле. О качестве ее работы говорят результаты. В частности, выявлено нарушение законодательства в сфере правоотношений по созданию подсистемы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а именно системы видеоконтроля в поселке Березово. Сведения о заключенном муниципальном контракте были направлены на сайт закупок несвоевременно, по истечении практически месяца. Срок, установленный для направления и размещения данной информации, составляет 3 рабочих дня. По данному факту прокуратурой района было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.7.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время находится на рассмотрении в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу. Как отмечают в прокуратуре, это не единственное нарушение. В ходе очередной проверки исполнения законодательства при реализации программ противодействия терроризму установлено, что решением совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативной группы района установлен срок разработки паспортов антитеррористической защищенности объектов, включенных в перечень возможных посягательств. Когда была проведена проверка, из 67 объектов указанной категории паспорт не имели 52 объекта, то есть подавляющее большинство. В целях недопущения нарушений требований законодательства о противодействии терроризму 20 сентября прокуратурой района председателю антитеррористической комиссии объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. По словам помощника прокурора Березовского района, данное направление работы надзорного ведомства, а именно исполнение законодательства по противодействию терроризму, всегда будет в числе приоритетных. Вячеслав Селезнев, Александр Елисеев, АТВ «Березово». И в заключении выпуска к новостям спорта. В течение недели в Центре спортивной подготовки «Виктория» проходил очередной 3-й вид спартакиады поселка Березово среди трудовых коллективов – мини-футбол. С первых игр турнира определились несколько команд, нацеленных на победу в этих соревнованиях. Это «Меркурий», «Айболит», «Вертикаль» и «Щит и меч». Большая часть игр проходила в интересной и увлекательной борьбе. Команды много забивали. К примеру, в одной из матчей последнего дня
где встречались Айболит и Сибиряк, было забито 12 мячей. В общем-то, к окончанию соревнований было ясно, что первое место, скорее всего, достанется дружной команде «Щит и меч», которая, кстати, прошла весь турнир без поражений, сыграв один матч в нулевую ничью с дебютантом «Спартакиады юниора». Второе место у «Вертикали». А вот обладатель третьего определился в последних играх, набрав одинаковое количество очков с Айболитом, но имея победу в личной встрече, Меркурий занял третью ступень пьедестала. За ним пятая у юниора, затем Горизонт и Сибиряк. Это была последняя информация в нашем выпуске. В студии для вас работала Юлия Диасамидзе.